Всем привет! Привет вам из леса! На дворе конец мая, и мы опять выбрались на разведку после дождя. Хороший был такой дождик, прям практически двое суток поливало у нас. И мы посещаем сегодня опять-таки лиственные и смешанные леса. Гриб есть, разнообразный, после дождя вылезло много чего интересного. Что сегодня будет, посмотрим дальше на видео. Пожелать нам удачи, и мы пошли сегодня бороздить наши кубанские леса. Наша первая находка в дубовом лесу. Это трутовик серно-желтый. И он такой вот после дождя уже немножко староват. Попадаются молодые СЖ, трутовики серно-желтые. После дождя лезут новенькие. Такие экземпляры молодые мы возьмем. Старые уже не берем. Они будут жестковатыми и кислыми. Да. С него прям аж течет. Вот этот экземпляр прямо сочный. С каплей. Красиво. Вот какой хрустящий. Да, это хороший. Ну тут еще. Наш первый майский дубовик. Ножище толстенное, но он может быть еще червивым, может, конечно. Ему нельзя начнут. Такой хорошенький, да. Прям под березовичек. Да. Такое ножище толстенное. Ой, прям второй хрустящий такой. Вот это красавец. И чистый. Под березовичек прям. Хороший. Сегодня в лесу очень много сыроежек после дождя. Ну и мы, конечно же, успешно их собираем. Да, конец выкинули. Да ты чего? Уже старые, наверное. Вы безобразие. Да. Похож на масленочек. Масленок, да? Ну, судя по скользкой шляпке, да. А, скользкая. Масленок, да. Масленок. Перенький. Свинушка. Тонкая. Такая прям вот уже большая. Мы ее не собираем. Мы оставляем ее здесь в лесу. Сегодня у нас в основном в корзинке сыроежки и вот такие вот гости. Подберезовики. Твердоватые. Сколько сегодня подножного корма после дождя на погибших стволах дубовых. Смотрите, сколько всего. И вот так вот весь ствол, обратите внимание. Вот они все. Темно в лесу сегодня. Заходит солнышко за тучки. Смотрите, сколько их здесь. Ой, валом. И вот так вот весь ствол до конца. Вообще. Вот это да. Аурикулярия уховидная и удиные уши. Праздник живота китайца.
нашли вот такие вот необычные грибы. Здесь ручей. Вон, видите, ручеек здесь течет, вода. И вот такие вот грибочки. Сдалека нам казалось, что это вёшенка, конечно. От вёшенки она намного отличается. Такие вот необычные. Да, снизу можно подумать, что это вёшенка. Сверху она бархатная. Вот такой вот сегодня у нас улов. Весенний марафон. Май завершается. Готовимся к летнему сезону. Активизировались сыроежки. Это очень радует. Сыроежки. Сегодня даже попался один вот такой вот дубовичок. В принципе, большой и даже чистый. Это очень нас порадовало. Подберезовики твердоватые. И в основном розовая зеленая сыроежка.